Всем привет! Сегодня мы будем краш-тестить V200, который не хочет умирать, поэтому... Ух, ебать! Правда, у нас слишком наглые соседи, точнее, слишком любопытные. Сука. Всем привет! У кого-то играет нормальная песня. Возможно, не все помнят, что благодаря вот этой стене у Nokia 3310 пропал дисплей. Сейчас пропадет у V200. Не понял! Это как? Крышка, блядь, закрыта! Как? Ой. Где он? Как он туда влетел? Так, я сейчас хочу посмотреть на дисплей. Опа, опчи, опачи. Ух ты, сука, целый он. Ах ты, гнида тупая. Его не убить. Поганый дисплей. О, it's so beautiful. Опачи. Реально там играет, короче. Бери еще резинку. А у меня не получилось. Сейчас со второго раза он улетел в короб. Стоп, я крышку закрыл на резинку. Это как у меня, блядь, вылетел аккумулятор? Сейчас я кину его. Ай, блядь! Я в ногу кинул его! Моя нога! Ух, блядь! Вот это круто, вот это крутануло. По-моему, у него развалился корпус. А, нет, цел, урод. Сейчас я посмотрю на дисплей. Ай, блядь. Резинка зашла за панельку, урод. Цел, скотина. У кого нормальная зузка? Может, Европа? Так, а сейчас я схожу на пятый этаж и немножечко помыну лестницу. Главное не забыть ключ, а то я, сука, домой не вернусь. Так, а сейчас мы идем на какой-то там этаж. Главное, чтобы эти ебаные любопытные соседи ничего не знали. Так. Я иду. Так, я пришел. С виду телефон не пострадать. Это хорошо. Вот паскуда неубиваемая.
теперь самое главное. Бля, где он? Вот он, сука. Бля, холодно. Урод. Итак, давайте подведем итоги. На корпусе почти ни хера нету. Давайте снимем резинки. Зинки. Снимаем зинки. Снимаем. Ой. По-моему, что-то случилось с джойстиком. А нет, просто слетело. Что? Дисплей целый! Но! Побей еще раз как следует. Но! Три раза упал! Сука, а с какого этажа ты он упал? Ты кидай силой в угол, все будет хорошо. Ой, что-то с панелькой. А, нет, норм, так и было. Так, тогда покидаем в угол в свою дверь. Желательно в бетон. А, тогда в подъезде. Так, надеваем панельку. Бежим в подъезд. Не закрываем двери на случай, если спалимся. И кидаем. Ой. Сука. Ой, блядь. Нет, не знаю. Так красиво клава вылетела. Не треснул. Что ж такое? Может быть, панельки кидать? Да, давай. А хотя нет, тогда он реально развалится. Нет, не развалится, ты кидай плату с дисплеем. Так, резинкой надо закрыть все. Второй тоже. И какашки надо закрыть. Тогда V200 шишка. Стоп, он без аккумулятора вроде? Она без аккумулятора. Хорошо, потому что аккум мне нужен. Ай, сука, стояк. Зачем я это на видео сказал? Так, кидаем. Ничего. В угол. Опять ничего. Внутри что-то стало болтаться. Внешне он пострадал. Опять слетел джойстик. Опять болтается один. Ну, блин! Ну, ёпта, ну как? Я его два раза, точнее три, в угол кинул. Ну какого, блядь, дисплей цел? Что-то там болтается, сука. А, это динамик, вот и все. Синее со всей силы, с размаху, с развороту. Так, чтобы... Кого-то ты хочешь, чтобы он разлетелся на 100 кусков? Так, сейчас я выковырю... Ой, по-моему, винт больше не закрутится туда. Сука, кто-то дверь открыл. Валимся открытой дверью. Пойду я, что ли, ровер в подсолнечном масле утоплю. Вот урод. Все-таки знаешь, что ему ничего не будет. Кроме того, что он вонять начнет. Да снимись ты, ёбаная.
у меня панелька не хочет одеваться. Значит, надо еще раз его кинуть. Наверное, это родной брат какашки 330. Блять, а вот он. Ты не представляешь, что случилось с дисплеем. Я тебе это сейчас покажу. Так, надеюсь, я все запчасти успел взять. Бля, я вышел. Стоп. Сука, дверь закрыта. Так. Вот что я нашел первым. Далее я увидел вот это. Только не говори, что сама матрица цела. Цела! Реально цела! Вот смотри, цела! И он сам отключился от платы, а телефон собранный. Даже святой идиот не оторвался. Ой, а я забыл теперь, как его цеплять обратно. Так, теперь я соберу его обратно и пойду за такое, за то, что он не хочет дохнуть, топить его. Ага, только дисплей отдельно уничтожь. Следующий тест. Представьте, вы пошли купаться в море и взяли с собой телефон, который к тому же заряжается. Да, совершенно обычная ситуация. Для этого мы добавим соли. Желательно всю банку. А потом выясним, что же случится с платкой. Также мы добавим соли в фанту и спрайт. Ой, блять, мои пальцы. Ладно, добавим полбанки. Ой, слишком много. Теперь берем телефон за зарядку. Блять, мои раны, сука. Кидаем. Признаков жизни не наблюдается. Зарядка холодная. Меня, кстати, шишно. Шишно. А, забыли. Кидаем туда фонарик с ржавыми батарейками. И ждем. Я пока закрою банку. А, это что здесь в ванной лежит? Зачем оно тут лежит и почему оно светится? Так. Это вообще ничего. Давайте снимем переднюю панельку, чтобы... А, нет, сначала отключим зарядку, снимем панельку и будем ждать реакции. Так, подключаем зарядку, кидаем. Кидаем лицом к нам, а не жопой к нам и боком. Так, а я пока хлебну спрайта. Понтанусь. А еще мне нужно пиво тогда. Походу ему уже насрать после первого раза. Так, зарядка холодная.
Вообще ноль. Ок. Давайте вынем аккумулятор. И проверим его на нашем хорошем К750 в полностью идеальном состоянии насчет корпуса. Так, мобилка запузырила, пойду проверю. Наша полностью заряженная говно села. Давайте подставим другой. С телефоном ничего не происходит, запашка нету. Это плохо. Так, вставим. О! Понеслась. Ой, по-моему, он сел опять. Чё он пердит? Так, зарядка. Ой, что-то зарядка потеплела. Немножечко. Заряжается она горячо. Тупой андроид! Точнее, нет, надо вот так. Сейчас я выну аккум, чтобы его не просрать. Тупой! Сони Эриксон! Дисплей цел, скотина. Исправь это! Давайте им проверим батарейку. Давайте проверим дисплей на прочность. Бери дисплей отдельно и долби по нему с помощью В200. Так, только вот не пизди, что теперь этот аккумулятор съел. Ну-ка быстро в воду. Сейчас будем аккумулятором долбить дисплей, значит. Так, ну мы видим, что ему вообще ничего. Ну ничего, у меня есть аккумулятор от Z710. Правда, он потолще, но... Давайте вставим. Где он там? Как там зарядка? Сука, зарядка теплеет. Давайте попробуем воткнуть жирную батарейку. Не втыкается. Телефон капает! Какает! В общем, как правильно разряжать аккумулятор? Кладете его в соленую воду вместе с телефоном, и все. Yeah.
Так, вытаскиваем фонарик. Ой, кажется, фонарик больше не будет работать. Давайте посмотрим на его батарейки. Вот. Его светодиод. Вот. Теперь надо бы его запах проверить. На всякий случай откроем окно. Окно. Уберем цвет. Уберу цветок. Откроем. Как много снега. Это хорошо. Возьму зажигалку. Фух, сдувает. По-моему, светодиоды уже хорошо. О, блядь. Не успел загореться, уже начал шипеть. Урод. Сука. Сдувает. Ладно. С такой сраной ветреной погодой ничего не выйдет. Хорошо. Откроем воду. Да, именно так воняют сгоревшие светодиоды. А теперь посмотрим на его, если он сейчас не загорится. Вот. Ты его подпалил? Подпалил. Так, а теперь я его выкину пока за окно. На всякий случай. Так, снег, это хорошо. Полежит, отдыхает. О! Смотри, что случилось. Чего? Все, а давай до конца. Блин. А теперь я покажу вам, уважаемые зрители Ютуба. Вот. А теперь закроем окно. И кладем туда это все. Вот. Прекрасное охлаждение для подоконника. Теперь давайте охладим Нокию. Она немножко теплая. Так, охладить. У меня блестящая идейка. Во-первых. Сэр, посмотрите, как мой Нокия красиво выглядит. Так, ладно, телефон не прошел. Прошел тест, он не работает больше. Всем пока.